Всем привет! Продолжаем путешествовать по сюжетам мифов, смотреть картины, какие-то скульптуры и разбирать ху из ху, как говорится. Итак, Геба, дочь Зевса и Геры, богиня юности, прислужила богам на Олимпе во время пиров, носила их кубками с нектаром, напитком вечной молодости и бессмертия. Согласно некоторым мифам, Геба была отдана в жены Гераклу как награда за его подвиги. После свадьбы Гебы и виночерпием на Олимпе стал Ганимед. Священным деревом юной богини считается кипарис. Араб, вошедший в храм Гебы, получал свободу. В Риме она называлась Ювента, имела несколько храмов и олицетворяла собой вечное юношеское процветание государства. Ее изображение встречается редко и только, как правило, на вазах. Вот, посмотрите. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Пару слов о Гебе, богине юности, дочь Зевса и Геры. Пока-пока.